Вот видео снимаем. Вот он погибает. Братан, вставай. Дай мне телефон, я буду снимать, а ты его сейчас шевелишь. Да, да я так. А ты снимай на свой. Давай, давай, вставай, 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 вставай. Его приподнять надо, знаете. Сейчас, сейчас, сейчас мы его сначала расчухаем, массажик ему сделаем. Давай, 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 давай. Давай, братела. Блять, ребра, одни ребра. Не, спасем мы его. Да давай, 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 давай. Поднялся. Может быть, это самое расчухается. Давай. Он залежался, видишь? Давай, давай, давай. У него и шерсть, смотри, выпадает. Да шерсть он уже ничего. Давай, давай, ушки почухаем. Давай, давай, за ушком почухаем. Погибает косуля. Так как нету биотехнических мероприятий, не проводится. Снега много кругом. Корма нету. Егерей днем со днем не сыщешь. Охраняют все. Но косуля дохнет. Вот еще две косули валяются. Вот они. Ни волки их погрызли, ни рыси. Просто они умерли голодной смертью. Снега много. И так каждый год погибает косуля. Не от рук браконьеров, а от распиздяйства егерей, которые обязаны проводить мероприятия. Как-то так вот.